В октябре прошлого года в здании областной мечети Нургасыр открылся выставочный зал «Руханият» областного историко-краеведческого музея. В зале представлены экспозиции об истории распространения ислама на территории Актюбинской области в 19-20 веках и деятельности духовных просветителей региона, мечети и некрополей. Подробнее расскажет мой коллега Жасан Жалпаков, который посетил данную выставку. В выставочном зале насчитывается 365 экспонатов. На их сбор ушло около 2 лет. Дабы собрать эти ценные реликвии, наглядно демонстрирующие историю многих ярких моментов, связанных с распространением ислама в области, специалисты посетили 9 районов. Фотографии религиозных деятелей, личные вещи, книги и рукописи Корана, макеты старых мечетей. Все это можно изучить в выставочном зале «Руханият», который находится на первом этаже мечети Нургасыр. Официальное открытие музея «Руханият» состоялся 8 декабря 2011 года в канун 20-летия независимости Республики Казахстан. В 2019 году музей вошел в состав Актюбинского областного историко-краеведческого музея. В 2020 году музей был преобразован в выставочный зал «Руханият». Экспозиция выставочного зала демонстрирует материалы об истории возникновения ислама. Также здесь можно узнать известных историй жизни священнослужителей Актюбинской области, также украшения, одежда, личные вещи и предметы священнослужителей Актюбинской области. Жибек Абдуллина является руководителем клуба «Руханият». Она одна из тех, кто собирает различные экспонаты, связанные с духовными ценностями. Недавно специалисты выпустили документальные фильмы, а сейчас идет активная работа в сельской местности. К примеру, в Кабдинском районе недавно открыли аллею для духовных людей, а также памятные доски. Недавно мы были в Атикибинском и Храмтаунском районе, и много прошли по этим местам. Это сакральные места Казахстана. Сакральные места Казахстана, которые в данный момент исторические места называются. Ну, мы сейчас в этот момент, сейчас мы географию Казахстана хотим сделать для сакральных мест, которые... Вот эти, которые материалы, которые мы собирали, эти духовные люди, которые автобиографы, мы включили в энциклопедию даже. Несмотря на то, что выставочный зал открылся в прошлом году, он продолжает собирать все новые и новые экспонаты. Также стоит отметить, что в данном выставочном зале 18 октября пройдет праздничная экскурсия, посвященная ко дню духовного согласия. Жасан Жалбаков, Межан Аманжолов, телеканал Актобе.